Всем здорово, ребята. Ну что, у нас сегодня обнова Brawl Stars, поэтому я решил вам записать видосик. Сейчас я буду скоро качать нового героя, которого получат, в принципе, все. Так, что у нас интересного есть? Поехали в магазинчик, смотрим. Ящики начали продавать вот так вот за звездные очки. Также вот мне продают 16 очков силы. Подарок. 8 бит. Поехали посмотрим на эту имбушку. Его, насколько я знаю, дают за 6000 кубасиков. Поэтому вот так вот. Что он может? Звездная сила, усиленный усилитель. Увеличивает радиус действия усилителя урона на 50%. Нифига себе. Прикольненько. Смотрится он тоже прикольно. Давайте попробуем. Посмотрим на него в действии. Как он выглядит. Блин, ну прикольненько, мне нравится. Стреляет, конечно, он жестко. Дамага у него, я вам скажу, тоже немало. 442. Ну, плюс 100 урона, это вообще супер. Как по мне, нереально круто. Это при том, что он у нас нулевого. Нулевой вообще 442. 340. Ну, блин. Хорош. Набор энергии, в принципе, довольно-таки быстрый. Блин, крутой. В общем, хорош. Хорош герой. Будет интересно побегать 3 на 3. Я люблю 3 на 3 бегать. Так, окей. Также у нас появились скины. Не вижу на Леона скин. И скин. И скин на Тару, по-моему. То, что я видел. Где там моя Тара? Ага, они, значит, за звездные очки. Да, вот они есть. За 500 на Тару. Давайте сразу же купим, посмотрим на нее. Индиго Тара. Вот так вот она выглядит. Ну, 500, в принципе, нормально. Так, окей, поехали. Поехали, посмотрим, сольем. Сольем сразу же кубки. Поехали. Поехали, посливаемся. Как обычно. Но вот ранги реально радуют. То, что можно будет теперь апать дальше героев, то есть не до 20-го, а дальше за каждый ранг получить еще дополнительно нормально плюх. То есть 650 и получается каждый плюс 50 левелов. Ну, до 1000, наверное, походу, или до 1500 даже. Так, и как обычно, здесь сейчас полный трэш. Мы просто тупо нифига не можем сделать. Супер. Как я люблю вас. Поехали, еще разок попробуем зайти. Ну, короче, как обычно, 3 на 3 сейчас недоступно будет. Полный трэш творится. Все качают 8 бит. Короче, тупо виснет все. Нереально просто даже поиграть во что-то. Ну что за фигня? Вот я хочу зайти поиграть. Хорошо, обнова, обновы. Просто бешенство. Вот так вот. Вот такая вот обнова. Поиграть невозможно. Давайте что-то другое поищем. Ну, тут бессмысленно. Хоть в ограбление сможем поиграть? О, хоть во что-то смогли зайти. Окей.
Вот так вот сразу же нас ушатали. Типа я не видел. Я вот не понимаю прикола. Какой прикол там сидеть в кустах? Ну, это, конечно, у меня неудачный герой для этой катки, но других вариантов просто нет. И подвисает жестко, блин. Ну, давай бей. 28. Блин. 22. Но мы должны затащить, по идее. Нормально, затащили. В общем, не знаю, я больше игрой был увлечен, чем самим героем. Ну, такой вот скин, короче, ребят. Не знаю. Как по мне, хрень. Что тот скин, что этот, для меня, честно говоря, на немногих героях вот скины играют какую-то роль. Если бы они давали дополнительные какие-то свойства, да, я согласен. А так, в принципе. Так, окей, поехали, посмотрим на нашего нового героя. Давайте немножко его подкачаем. Мега сундучки пооткрываю, они мне все равно не нужны. Хотя их надо было, наверное, на самый последний момент, чтобы с них силу получить. Ну ладно, мы если что ее так вытащим. Она у нас одна недостающая, поэтому это не будет проблема. Сколько там у нас уже силы? Я не знаю, или сможем мы где-то с ним поиграть. Сейчас будет полный трэш, как обычно. Моя сила, да? Давайте еще немножко. Ну, мало сейчас дают. Вот с этих сундуков реально, как видите, по 6, по 8. То есть немного дают. Ну, 25, ничего себе.
Удвоитель. Не знаю, хватит мне, не хватит их для 10 силы. Даже, возможно, и хватит. Он у нас 7-й, следующая 8-я, в принципе. Где-то 600 мы получим. Не знаю, ли хватит у нас даже на... Возможно, если повезет, нам даже хватит на этот. На 10-ю силу, хотя вряд ли мы ее вытащим за такое количество. Так, следующий 1250 и 550. Ну, поехали, попробуем. Многие говорили, открывай, открывай сундуки. Я специально сундуки коплю под обновление, потому что когда обнова выпадает, либо новый герой, либо мы ему осколки достаем. Ну, обычно, когда у тебя фуловый алтарь, у тебя сразу же падает. Либо за зелененькие гемки, либо за монеты. Насколько удобнее на телефоне, вы даже не представляете. Смотрите, как монетки сыпят. 48, 228. Сидишь себе, просто щелкаешь в кайф. Кстати, сегодня играл с утра на планшете. Как-то на планшете поудобнее, чем на телефоне. Особенно скиллы закидывать. Почему так? Телефон вроде и меньше, больше достаешь, но... Планш мне что-то больше... понравился. Ну, с телефона удобней. Кинул в карман себе, едешь где-то. Есть время, поиграл. Сколько мы там монеток уже подняли? 1003, наверное. Так, еще немножко, ребят. Еще чуть-чуть. 90 сундуков осталось. Да, мы однозначно его докачаем. Сейчас мы его апнем. Все. Разблокировано улучшение. Отлично. Есть. Еще плюс 50 урона. Нифига себе. Ну, поехали, попробуем словить. Теперь еще осталось звездную силу. 90 сундуков. Ну, в принципе, где-то со 100 стабильно падает. Ну, конечно, раз на раз не приходится. Но мы попробуем это сделать. Либо она завтра будет просто в магазине продаваться уже. Так, нет, удвоитель. Давай, давай звездную силу. Ну вот так вот, ребятушки, просто изи. 10-я звездная сила на 8 бит у нас есть. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, а я поехал тестировать. Всем удачи, всем пока.